Ну что, дорогие мои, всем самое доброе утро. Вчера Витя с Максимом наших белок тут поили. О, тут ветерок такой прохладный. Уже вроде 9 утра. Видите, баночки, водички налили. Они решили, что белки очень пить хотят. Вот, одну баночку поставили и вторую. Так что белочкам будет теперь что попить. Такие вот добрые мальчишки у нас. У нас опять соседский кот пришел. Парни оживились. Ловят товарища, нарушителя. Знаете, ребят, когда ты вначале учишься, у тебя там ничего не получается, одна теория, а потом у тебя получается практика, это постман. В общем, я пишу реквесты. То есть запросы, говоря обычным человеческим языком. И потом их формирую в коллекции, в общем, в логическом порядке. И все это рано. Сначала через постман специальный тул. Вот. Затем я иду пробовать. Вот это уже автоматическое, этический тест, автоматическое тестирование. И я иду в командную строку. Вот она у меня открыта. Я установила специальное приложение Newman, которые рано, это именно Postman коллекции, вот. И, собственно говоря, через командную строку это все проранало, все эти свои реквесты, которые я писала, то есть они идут, они общаются как бы с application, значит, все проходит и все получается. Единственное, у меня есть один тут. А, это значит, что на время не 200 больше тратит на общение с командой, ну, на отправляемый запрос меньше, больше, чем 200. Нужно пойти ручками вот тут в постмане, посмотреть, какой именно это пост, sign in, идешь сюда, пост, sign in, и, не знаю, кто там, teacher, student, там специальный application, teacher. Вот, и, собственно, тут можно ручками тестов, вот, тесты, ручками вот тут вот эти 200 исправить на другое, и оно будет радоваться без ошибки. Собственно, такая, можно сказать, что не ошибка. Так что вот немножко, чему я научилась спустя 6 месяцев, не только этому, и Java, и, в общем, очень много всего запихнули в мою голову. Надеюсь, этого будет толк. Так, дорогие мои, сегодня я сделала сосисок в тесте мальчишкам. Вот, надо же хоть как-то реабилитироваться, столько учусь, мало готовлю, в общем, ну, готовлю мало такого всякого вкусненького, типа сосисок в тесте, обычную это еду, конечно, готовлю каждый день, вот, и у нас такая шикарная погода, ну, вот сейчас вам покажу. Видите, тут масятка изображает нам, что я спать, да, мосечки на мордочках. Так, а на улице у нас не жарко. А ты куда собрался? Такой сразу весь навострился. На улице у нас не жарко. Даже легкий такой ветерочек свежий, как что весьма удивительно для 11 утра в Калифорнии. Обычно уже пекло, но сегодня прям шикарная погода. Птички поют. Саш гуляет с детьми. Масятка на улице пытается вырваться. В общем, вот такие вот замечательные дела. Я, кстати, к тренировкам вернулась, уже штангу жму. Вот. Спину у меня отпустила. Максимка выздоравливает. В общем, жизнь налаживается. Скоро едем в отпуск. Скоро у вас будут не одни магазины, а еще и наш отпуск. Надеюсь, там что-нибудь интересное вам снимем.
Как вы думаете, где мы, где мы? Где мы, где мы? Где ты? Что это, брат? Ты тоже идешь, блин, дорога не смотришь. Ругается на меня. Мы в русском магазине за творогом приехали. Хо-хо, тут холодно-то как. Ничего себе. Да, возьми маленькую. А что нам творог? А что ты еще что-нибудь будешь? Не-не. Слушай, я думала помидорчик. Подожди, я помидорок возьму, там не вкусно. Взяла помидорчиков по $2 за ЛБ. Вот. Вот таких вот чериков. Там. А, майонез, наверное, надо взять. Раз уж мы здесь. Огурчиков нет хороших. Квасок. $2 за баночку. Витя, арбузик, наверное, хочет. Арбузик возьмешь? А куда? Большой сильно. Ой, майонез прошли. Так, а что такое такое с большой такой жирностью? Кстати, вот этот ничего мне понравился, возьму его. С творогом как-то грустно и грустно, да. Подержи, папа. Возьму 5%, ничего делать. Так. Там молотый. Мне бы еще лаврушку найти. Петрушка, мята. По 79 центов, ребят. Душистый горошек я люблю. Но лаврового листа нету. Зеленка. Зеленка у меня есть. Вот что мы там еще взяли, сейчас вам покажу. Мы взяли творог, вот мне, нежирный. Вот этот мне очень нравится, но я последние 4 пачки забрала. Помидорки, майонез сметанный. Витя какой-то себе опять грудную сбор купил. Очередной. И каши я взяла. Хочу, наверное, рыбки сейчас еще возьму. Вот, а этот еще купил такое. Желчегонный сбир. В общем, раньше пиво пила, сейчас сборы покупает. Не знаю, портится мужик. Корочка для бутылки. Баночка $21, $19, $24. Ну, на самом деле для Америки это вообще недорого. Можно спокойно покупать. А тебе настроения нет, а потом у тебя есть настроение, когда ты в этот лезешь. Шкафчик и говоришь, а где там, где-то. Хлеб берем. Сейчас наблюдали такую очень интересную картину в русском магазине. Две девочки, они русскоговорящие, а парень чисто англоговорящий. Все, она ему все переводит, рассказывает про продукты, какие продукты, что. И мы, в общем, рыбу выбираем, она такая к рыбе подходит. Одна из девочек говорит, вот эта маленькая рыбка, это хорошо к пиву, там тыры-пыры. А вот, это очень вкусно. Подходит к ней вторая сестра и говорит, Яна, положи это, на русском говорит. Девочка с парнем на английском говорила. Говорит, Яна, положи это. Это $4 за пачку стоит на русском. Смешно было, да, пап? Она такая положила. Парень ничего не понял. Это удобство, когда ты знаешь два языка. Thank you.
которую Витя вместо яблок ест. Чернику я помыла, вишенки и Максимке виноград. Чернику мы с папой любим, виноград Максим любит. Максим может чуть-чуть вишни съесть, не особо. Больше клубнику любит. Но в прошлый раз купили, плохо ел, не стал в этот раз брать. Вот. Что вот так. Мне надо из сушилки забрать вещи. Я постирала. Суббота. Ю-ху! Кто любит субботу? Как говорит Виктор Николаевич, я уже ненавижу выходные. Но он их ненавидит, потому что он лежит целый день с телефоном, говорит, что он его уже бесит, потому что он никуда не может уехать из-за того, что я учусь постоянно. Вот. А сейчас пойдем с вами посмотрим, что у нас там с бассейном творят. Собственно, куда я вас веду. У нас же, говорят, раздолбили бассейн, его чинят. И что-то там с ним делают, в общем, не знаю. Мне просто интересно. А вам? Долбеж такой был? Так. Вот так. Вот. Что делают? Такой, кажется, он и не маленький, когда они его тут, блин, очистили. Когда с водой, кажется, небольшой. Как-то так. О, господи, как я давно не выходила. Тут, смотрите-то, расписание электронное появилось. Кто работает, где что закрыто. Надо же. Вот что значит учиться днем и ночью. И утром, и в обед, и после обеда. И в любое свободное время. Вот наши стиралочки, сушилочки. Вот верхние и нижние мои вещи лежат. Надо забрать их. Вот как-то так. Всем самое доброе утро. Начался новый день, воскресенье. Мы с вами, я сегодня даже в юбке. Не знаю, видно или нет. В общем, в юбке я. Мы поедем сейчас в Коску, посмотрим все надувной матрас. И мыть машину. А еще мы забыли картоху. Вчера купить. Картоху. Не, машина сегодня. Не будет, говорит, сегодня мыть. Ну и ладно. Что, какая тут цена, что, блин, это? Ну, такие очереди, есть, да. Мы заправлялись вообще хоть раз тут? Конечно, заправлялись. Да? Вот там только. Помнишь, еще бабушка? Бабушка точно была, да. Мы приехали, ребят, на Коску, хотим заправиться, потому что уже обычно мы не стоим вот эти вот очередя. Ну и у Витеньки лампочка горит. Короче, нам надо по-любому заправляться. Вот стали в очереди. Сейчас посмотрим, отличается ли цена бензина. Да, почему здесь все время такие очереди? Почему такие очереди, да. Видите, никакой тебе мужчина-женщина. Муж сидит в машине, жена заправляет себе спокойно машинку. Вот. Буся с дедусей. А мы уже стоим на заправочке, уже Витя заправляет. Я не знаю, что там по ценам. Сейчас нам Витенька расскажет. Вот. Что вот так вот. Так. Ну что, отличается от обычных заправок? Я не посмотрел, не знаю. $56. Ну, отличается. Я обычно полный бак заправляю на 60. Ну, то есть на 4 доллара. На 4 доллара, ребят. Это очередь из-за 4 долларов. Может, качество там какое-то хорошее, я не знаю, бензина. Так я тоже не на самый дешевый заправляюсь. На хорошие заправки. Ну, в общем, я думаю, что оно того не стоит. Такие очереди. 4 долларов. Так, дорогие мои, мы с вами приехали в Коску. Сейчас нам нужно тут посмотреть матрас. Посмотрим матрасик. И, может быть, купим, потому что он нам нужен будет, возможно, в путешествии. Ну и вообще, когда приезжают гости, там, в общем, нужен надувной матрас, мы решили, что мы его купим. Вот. Вишенька, как всегда, бежит впереди. Ты карточку взял? Ты не брал кошелек? А? Кошелек не брал? Взял. А ты что, карточку? Нет? Ну, есть, но мне надо лезть там. Ты быстрее. Надо тележку. За тележкой пошел. Тележка, да, надо. А?
Пойдем, давай. Иду. Да. Коллагенчика, Витенька, набрал. Ну, там и за 40 вроде в Walmart брал. Коллагенчик взяли, мы его пьем оба. Молодец. Нам на рыбий жир еще надо, тут хороший продается. Но я сейчас не вижу, обычно он здесь стоит. На кассе, надеюсь. Смотри, это продает Маргарита. 6 баксов. Матрасы здесь должны быть. Мы здесь с тобой видели. Но мы тогда в Волковскане были, это так цивильненько. Здесь где-то они были, пап. Палатки вижу. Тут всегда есть матрасы, не может быть. Надо по рядам пройти. Мы просто не видим. Хлебопечка. Как-то я не вижу. Да, хлебопечка. А вон он. А, это, наверное, обычная. Может, здесь, где обычно. Мы же до картошки дошли. Поскольку мы картофанчик-то мы забыли купить. Я картошечку тут возьму. Мне, кстати, тут очень нравится картошечка. Возьмем две. Две картошечки возьмем. Сейчас я, может, круассанчиков взять? Раз мы тут уже. Хлеб не буду, хлеба полно. Хочу им что-нибудь. Есть круассанчики с этим. С повидлой. Стролбери. Берем. Все, пойдем. Помидоры у нас все есть дома. Так. Тут уже вишни, клубники продаются, я смотрю. Нам еще одно полотенце надо для Океану взять. Подожди, возьму такое же, как у Макса. Американская постельная, кстати, на нашу не похожа. Вы там не найдете под одеяльником. Вот. Поэтому мы покупаем в Икее, потому что там как мы привыкли. Но это не надувной, это обычный. Прям как будто бы не сезон для надувного у них. А вот они, эти столики мы тогда с тобой искали, а они вот они, пап. Смотри, какой стол. Там уже его увидели. Ну да. Ну да, кнопки. Не подключен, конечно. Вот кнопочки можно поднять, опустить. Под свой рост. Если ты, как я, метр с кепкой, то пониже. Смотрите, белые лебеди. Коврики на входную дверь. Нету, нету, я тоже вижу. Так что закажем, наверное, тот, который мы в на Амазоне видели. А
Кондиционер. Ленокс. Ну что там нету, точно, что эти? Ну да, ну заворачивай на кассу в любом случае. Смотри, какая это... Слышь, Вить? Давай проводили палаток. Давай. Ну, они раньше с палатками и лежали. Мы с тобой рассматривали его. Вон там. Мне кажется, он маленький. Что-то нашел. Здесь? Когда она совсем маленькая. Ерунда. Это какая-то ерунда. Подстилка, а не матрас. Не, это матрас, но он такой совсем маленький. Палатка какой-то. Ну мы тогда не такие видели в прошлый раз. Какой у него? Это Квин. Квин? Ну, Квин это не маленький. Ты сказал, что нам Квина мало. Ну, как-то подозрительно мало стоит. 29? Да. Air матрас, Queen Air матрас. Я, а мы вообще конкретно возвращаемся к цивилизации. Коска вернул столы. И можно посидеть теперь и съесть кусок жирненькой, но не менее вкусненькой пиццы. Вот, так что вот такие дела. Мы возвращаемся к жизни, как говорится. А мы прикупили круассанчиков с собой, картошечку и коллаген. Вот. Мини-путешествие в Коско подошло к концу. Я не знаю, что мы там потратили. А что мы потратили, Вить? $44. $44. Ну, это не удивительно, потому что коллаген 23 стоит. Как-то так. Федька. Ну, даже не двигается, жарко животного. Пузо. Пузо. Да. Ладно, собирай. Зойкин наш, любимый. Ну, вон, Миша, там мандарин. Сейчас, мой. Ребяточки, я вам покажу первый дом, в котором мы жили в Америке. Вот он. Прям вот в этом домике мы и жили. И вот с этого дерева рвали апельсинчики вот за корягой, которые. В общем, как-то так. Вот. Вспомнили немножко прошлое. Ребята, что делает приличная женщина в понедельник в 2 часа ночи? Как вы думаете? Ну, конечно, пишет автоматическое тестирование. Сделала здесь ошибку, час искала, что не так. Час нашла, иду спать. В общем, так увлекло, что 2 часа ночи. Кстати, мне пришли новые босоножки, я себе купила. Мы поедем. Вот такие вот. Стив Мэйден. Что-то какая-то распродажа поразительно дешевая была. В общем, я себе взяла. У меня есть такая сумка, она неубиваемая. Конечно, не хочу неубиваемые босоножки 10 лет их носить. Но вроде как мягкие такие хорошие босоножки я уже мерила. Я уже даже ходила в них, не то что мерила. Хорошие босоножки. Вот. Вот так. Давай, пошел. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, 11, 12, 13, давай, борцуха, 14, 15, давай, 16, 17, 18, 19, 20, еще 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, еще! Все. Не могу. Мам.
Молодец, умница. Ну а проплыви. А? Проплыви. Проплыви, да? Да. Ну ты не прыгай. Плыви сюда. Плыви от бортика к бортику. От бортика к бортику плыви. Давай. Да нет, ты поверху, не надо под водой. Давай. Да. Бомбочка. Молодец.